Избавиться от пагубной привычки бывает очень сложно, и в этом случае на помощь готовы прийти медицинские работники. Во Всемирный день отказа от курения в Центре медицинской профилактики прошла горячая линия связи с населением района. На вопросы жителей ответили главный врач Центра медицинской профилактики Лидия Козлова и заведующая наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Запольнова. 7 звонков поступило в адрес специалистов. В основном звонили с табачной зависимостью и спрашивали совета, как можно без мучений бросить курить, а также есть ли возможность в нашем городе пройти лечение от табачной зависимости. Алло, здравствуйте. Телефон горячей линии. Какой ваш вопрос, скажите, пожалуйста. Все звонившие были удовлетворены ответами. К слову, в Центре медицинской профилактики подобные горячие линии проводятся 3-4 раза в год и бывают приурочены к дням борьбы с разными вредными привычками.